Спасибо. А так, когда выходишь? Конечно, такое. Да ладно, вообще ерунда. Темы легкие, я всего 2 вечера на подготовку потратила. И вообще, в жизни нужно заниматься тем, что тебе нравится, а не тем, что надо. А то так потратишь всю жизнь на то, что надо, и ничего не добьешься. Чё как девочки деретесь? Да, сбей его уже. Уже. Слабаки. Вчера зашла в бутик, стала выбирать себе кофточку. Надь, там такие цены. Я мужа попросила мне на карту деньги перекинуть. А он сказал, у меня сейчас нет. Нет, ты представляешь? И что, я теперь как дура буду в этом ширпотребе ходить? Ну да, цены кусаются, конечно. В общем, на что не хватает. Даже машину заправить. Милочка, а надень-ка кофточку, прохладно, замерзнешь. Бабуль, а тогда тоже надень, а то замерзнешь. Я не замерзну. Мы и в холоде жили, и в голоде. Мы ко всему привыкшие, а ты надевай. Смотрите, джентльмен пошел. Мило. Давайте помогу. Что это такое? Стихи. Лермонтов, Пушкин, Есенин. А я тоже стихи люблю. А вообще-то я художник. Хотите посмотреть мою картину? Идемте. Спасибо тебе, что помогла. Катя! Катюша! Катя! Катя не получилось. Я иди сюда, иди Нарисуй домик. Ну, собачку, кошечку нарисуй. Не умею. А напиши свое имя большими буквами. Ну, можно. А вот это моя картина. Я же не всегда был таким. Раньше я был художником, я жил этим. Но потом жизнь сыграла со мной злую шутку.
Живу теперь вот на улице. Природа дом мой, природа жизнь моя. Жизнь всех равняет. Сегодня ты богат и славен, а завтра никому не нужен, как я. И пусть ты хоть 100 лет умный и успешный, но какой в этом толк, если ты не приносишь пользы миру? Ну вот посмотри на всех этих людей. Они все заняты собой, своей жизнью. Но все люди одинаковы. Только сам человек выбирает, кем ему быть по жизни. Старания, навыки, знания. Тьфу. Миром правят деньги и судьба. Деньги и судьба. Нужно ценить каждую минуту и никогда не радоваться. Ну, как бы это сказать? Слишком стремительным взлетом. Вот посмотри, если самолет будет взлетать слишком быстро вверх, то он, конечно же, упадет. Буф! А если же он будет постепенно набирать высоту, то он взлетит высоко-высоко. Вот так и с людьми бывает. Но я еще не упал. Я только взлетаю. Вот забабахаю такую картину, что все упадут. Ну, пока вот рисую. Это тебе, Лиза. Будешь помнить старого художника. А ось когда-нибудь стану известен и нужен миру. Сможешь продать ее на аукционе за большие деньги. Докупишь себе все, что пожелаешь.